Уже начал пол уже делать, из-за них не могу доделать. Настроение портят все постоянно. Издеваются. Ну что за бардак? Сами строят, сволочи. В свое время уважают. Свою работу ценят. А в мою новую крышу уже кидают и кирпичи, и все угодно, что угодно. И не жалеют ничего, ни деньги, ни средства мои. Ни мать родную, у которой два инфаркта, у отца слепота уже, все. Катаракта, ее не вылечить. Сердце не выдержит, операция не может быть сделана. А мне надо делать туалет. Я начинаю делать уже вместе с Литной, с предбанником. Естественно, все я делаю по уму и посредством, и по времени. Они мучают, что попало, могут и подпилить, что угодно натворить. Надо везде смотреть. Естественно, времени не хватает. Мучаешься, делаешь, работаешь. Терпишь их, сволочей. Губочки на одна. Тамара. Света ее большая аферистка. Татьяна, ее сестра, с этим дикарем. Петенька его. Виталием. Это же, блин, как ее... Сыну Татьяны, Роман, негодяй, вся их эта компания, их это, Денис им помогает, этот негодяй, напьются и давай ломать мне все, и двери колотить, и угрожать мне, и матери, и все что угодно, и не боятся ничего. И полиция им заделала в помощь, а Людка это вообще аферистка, он подала немецкую скидом всем в семье, вон дальше дом-то, Баранова. Мужество угробило, в спорткомитете работал Баранов Александр, лыжник. Видите, рядом он соседка, в дом выглядывает, с моей крыши уже, показываю я дальше. Людмила с Владимиром. А я как идиот, блин, смотри, сколько вкалываю. Вот я прорыл сейчас каналу, чтобы вода вытекала, потому что это все будет. У меня тут брел доски. Доски будут. Все это по уму я сделал. Укрепил я, чтобы крыша, если получилось скат, так немного сделать, не совсем по-умному, то длинные бревна тяжелые, тащить одному приходится. Я немного тут не рассчитал. Но вот так. Но тем не менее я уже переделывать не стал, его залил. Металл, все конкретно сделал такой подход, еще здесь залью, и чтобы вот вода вытекала из бани, и пол постелю по уровню ровненько по возможности. Вот надо доски сейчас или горбыль жесткую, то есть толстую, облепиху не стал убирать, чай из нее делаю. Так вот они, сволочи, скоты достают и грубят, и угрожают, и могут и убить, и что угодно. А полиция, она что, заявление писала уже два раза, и ничего не могут. И деньги должны еще большие. Сволочи замкнули мне свет, негодяи. А мой дом они не уважают. Я снял пока флаги, потому что все же я в России. Но тем не менее, протест мой был, и я же хотел, чтобы власти услышали меня немецкие. Потому что я не могу здесь, чувствую себя как трешенный. Не пью, не курю, не наркоман, люблю спорт, байкер в душе, занимаюсь музыкой, стремлюсь, они не уважают меня, я. Или их караулить, чтобы они что не натворили, мне не подпилили, не дай бог, что упадет на меня и на людей там, кто приедет. Я очень устал от этого все бардака. Не жалеют ни новую машину покрашенную, ничего. По крайней мере, столько, Костя тоже столько работал. Мало ли, что у нас были неурядности с ним. Они всем этим пользуются, всем. Сволочь. А я столько работал, столько терпел. Люблю историю, поэтому я как протест уже решил это делать. Думаю, потому что мне некуда деваться. Власти не слышат, и сволочь последняя, только издеватель. Жила он Галина здесь с Николаем, директором 6-го ГПТУ. Бессовестно, говорю, с ним вместе, с Андреем и сыном влезли. Вредничали. А сейчас Рудик живет. Старый бушемент со своей женой. Тоже теплицу пододвинула ко мне. А забор не дают мне. А это моя территория. Документы и прописка в регистрации в паспорте. И дом на меня оформлен.
никогда не грублю с ними, ничего, лезут, вредничают, сволочи. Падла. В общем, я устал от них. Ну, я работаю, я терплю. Терпение, конец, придет скоро. Они даже дожидаются, что когда я возьму монтажку, и так по башке другому, третьему, десятому пойду дальше. Вот мне хочется, а что. А полиция это ждет, чтобы меня посадить. Они скоты, они ничего не могут сделать. Они идут за деньги на встречу. И продажные многие. Я уже в этом убедился, прокуратура ничего не делает. Потому что идешь в прокуратуру, этот начальник участковый сидит в машине, якобы спит. А был только недавно там. Негодяй поганый. Да бог тебе судья, вам всем сволочам. Скоты, дикари поганые. Так вас не понял, вас свиньи, дуги, уроды. Никогда не матерился, вы так и заставляете все делать, как не надо.